1 сентября в Донецкой Народной Республике вошел в обращение новый немаркированный художественный конверт, посвященный 80-летию Донецкого национального университета. Торжественное мероприятие провели в главном корпусе высшего учебного заведения. Стоимость конверта составляет 8 российских рублей. Специальный почтовый штемпель будет действовать и применяться только 1 сентября 2017 года. Конечно же, рад, что мы, как такой некий рупор, можем культивировать столь высокий профессиональный вуз и тем самым откладывая в истории реперные точки, и эти точки не просто точки, это звезды, можно сказать, и нашей истории, чем мы гордимся. Поэтому от всей души поздравляю вуз с 80-летием. Это достойный возраст. Желаю, чтобы отметили еще 180 лет, но при этом, конечно же, становились еще сильнее, еще глобальнее, ну и, соответственно, переходили там за рамку там, 10 тысяч студентов. Среди сотрудников государственного предприятия «Почта Донбасса» есть и выпускники Донецкого национального университета. Поэтому спасибо вам большое за подготовленные высококвалифицированные кадры. Вот. И, конечно же, с двойным праздником вас, с юбилеем и с Днем знаний. Отметим, что в юбилейном учебном году в университете обучается 10 тысяч студентов. Учебный процесс обеспечивают 73 кафедры, где работает 720 научно-педагогических работников. Из них более 100 докторов наук и 360 кандидатов наук по 117 направлениям подготовки. Дарья Черничная, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.